Я прочитаю еще пару стихотворений, которым мне хочется почтить память моего безвременно ушедшего отца, и одно стихотворение матери, дай бог ей здоровья, потому что здоровье наших близких, родителей, детей — это самое важное на самом деле. Поэтому если бы меня спросили одно желание во Вселенную, чтобы мои близкие, друзья, родные и моя семья были здоровы. Мама, мама, забери меня домой. Я устала плыть против течения, биться все о стены головой так неистово, с таким ожесточением. Мама, мама, расскажи мне про Париж, что туда пешком пойдем, как в сказке. Ты меня поддержишь, одобришь, не предав мою слезу огласке. Мама, мама, научи меня любить, как ценить мужчину, жизнь, работу, как презрение и ярость подавить, как забыть тревоги и заботы. Мама, мама, завари мне черный чай и скажи, что все будет в порядке. Обними, как будто невзначай, голову мою погладь украдкой. Я была упрямой и слепой, таковы порой бывают дети. Мама, мама, забери меня домой, да подальше от всего на свете. Спасибо. И не о папе, но папина. Я как наследница его авторских прав позволю себе прочитать. Я увидел в деревне вчера слепую красивую лошадь, но большие глаза ее грустью полны, и мохнатых ресниц очертания печали. С той поры в моей памяти звон, как от рваной струны, с поволокой те очи грациозно, как арфа, а из темных ресниц капли слез, будто светлая кровь. Или видит насквозь и за много планет мироздания, а, быть может, она тихо думает, веря в любовь. И ее беспредельно огромное сердце бьет, как колокол, жаждой нежности, ласки прося. Из ладоней моих, жадно хлеба кусочек глотая, далеко вглубь души безответную грусть унося. На нее я смотрел с бесприютной болью. Разделить боль ее все равно не смогу. Будто пропасть иль бездна разверзлась пред нами, и живу я совсем на другом и немножко пустом и чужом берегу. Спасибо. Креативное задание. Можно попробовать. Ой, у меня поддержка есть. Так, я слишком креативно так выбежала. Так. Напишите стихотворение с использованием слов из зала от самых привлекательных девушек. Девушек выбираете сами. А подходит ли их версии зал? Или можно другое задание, если это не нравится? Спроб, я просто прям очень медленно пишу стихотворение. Тут это очень другое. Фристайл. Да, я так умею. Политическая, поэтическая речь. За 15-20 минут напишите экспромт от лица кандидата в президенты любой страны. Это нормально. Это нормально? Да. Ой, у тебя все сложно. Елена Андрианова! Ждем мою поэтическую, политическую речь. Уважаемые артисты, у кого готов еще конкурс креативного задания? А, Надежда. Надежда Росихина! У меня тут выпал красивый дуэт с Дмитрием Королёвым. Я надеюсь, что получится красиво. Просто реально у меня было стихотворение, которое мне всегда хотелось прочитать как-то под музыку или под что-то такое. Поэтому попробую.
самом деле тема тоже про Вселенную. Все-таки продолжу про то, что человек — это Вселенная, и особенно ярко чувствую, что ты Вселенная, но в свое время. Вот я, например, чувствую это утром, собственно. Со мной на пару играет блюз. Утро, попробуй сегодня меня на вкус. Я проступила росой на траве в лесу. Я опустилась туманом на улицу. Я пролилась дождями по городам. Я поднялась огнем и зажглась заря. Утро со мной на пару играет блюз. Утро. Сегодня я пробую жизнь на вкус. Красивый дуэт Надежды Росихина, Дмитрий Королёв. Огромное спасибо. Давайте поддержим ребят, ну и друзья. Заключительная участница именно сольной части, восхитительная, сертифицированная нами гениальность, чудесная поэт и просто замечательная личность — Елизавета Щедрина! У-ху! Вечер. Я прочитаю сегодня два стихотворения, оба про осень. Ну, точнее, не про осень, а такие вот с налетом чего-то осеннего, в общем. Одно прошлогоднее, второе написанное в этом году, и по ним очень видно, как сильно много всего изменилось. Поэтому вот я именно так и хотела сделать.